Ребята, всем приветик! Добро пожаловать на канал Regina Lions. Я сегодня хочу снять для вас такую маленькую интересную распаковочку. Здесь у меня находится коробочка с заказиком из магазина Ile de Beauté. Я решила снять отдельный ролик, потому что здесь кое-что интересненькое, и во влоге, я думаю, не все это увидят. Я хочу, чтобы все мои подписчики посмотрели, да, на этот заказик, потому что в основном я знаю, что многие из вас любят не влоги, а посылочки. Так, давайте заглянем, что тут интересненького. Вчера мне пришла вот эта вот маленькая коробочка. Как видите, я ее уже открыла. Но то, что находится внутри, я захотела открывать вместе с вами. Так, давайте заглянем вовнутрь. Чик-чик-чик-чик-чик. И, во-первых, начнем, наверное, вот с такой вот маленькой коробочки. Я сейчас разговариваю в полголоса, потому что у меня спит сыночек, не хочу его разбудить. Смотрите, вот такая вот маленькая коробочка. Здесь объем 50 миллилитров, насколько я помню. И тут большая пустая банка, да, называется, из Sephora коллекции. Вот она прозрачная, такая пластиковая. Я ее взяла для всяких мелочей, для интересных штучек, возможно, для сережек-гвоздиков, либо для чего-нибудь еще. Мне нравятся прозрачные коробочки, прозрачные баночки. И вот это вот мне, тем более с логотипом, очень приглянулось. Смотрите, какая хорошенькая, закручивается. Вот. И хорошо ее также будет брать с собой, да, в какие-то поездки, накидать сюда мелочи, даже колечки можно, и бросаешь, и знаешь, что ничего не потеряется. Далее, мне положили, смотрите, в подарок вот такой вот маленький пробничек Кинзо с ароматом. Здесь так выглядит полная версия. Лакомый цветочный аромат, красное яблоко, пион, цветок лотоса и пачули. Вот на тестирование такой пробник пойдет. Далее посмотрим. Вот такая вот листовочка, да, это новинка у них, персиковая линейка, который раз уже кладут такую карточку с рекламкой продукции. Далее хочу показать, самое интересненькое оставлю на конец. Вот такой бальзам для губ мне пришел. У меня уже есть с арбузиком. И для пополнения коллекции я взяла бананчик. Хотела розочку, кокос, но их пока в наличии нету. Бананчик тоже оказался вкусненьким. Вчера уже я его понюхала, так сказать. Пахнет бананом. Вот так открывается, и он такой светло-желтенький. Приятный очень аромат. Такая банановая какая-то конфетка на запах. И вот эти вот бальзамы, они вроде как картоновые крышечки такие имеют. И здесь вот типа как фольга, что ли. В общем, они такие, я бы сказала, экологические, да? Вот такая вот прелесть с красивыми бананчиками на упаковке. Ну, а теперь давайте перейдем к самому сладенькому. Это коллекция Too Faced новогодняя. Пряничек, имбирный пряник. Здесь у меня блеск для губ, и он бойс, да, это мальчик пряник. Я знаю, что есть еще девочка, но, к сожалению, я ее пока не успела схватить. Вот только мальчика подцепила, потому что эта коллекция моментально просто разлетелась. Хорошо, что я еще успела взять палетку с пряником. И вот теперь вот жду, когда на сайте появится девочка пряня, чтобы пополнить свою линеечку. Ну а пока давайте посмотрим на мальчика. Во-первых, я обратила внимание на красивую коробку, да, как открыла эту упаковочку. Посмотрите, как красиво выглядит. Я вижу, здесь показан спонж самого блеска. Вот он какой. И, в общем, такая аппетитная вкусняшка. Сразу новогоднее настроение. Вот видите, да, пряник Мэн. Так, откроем коробочку. Посмотрим на эту прелесть. Какая здоровенная, смотрите, баночка.
Вот так вот здесь перегородка, да, как у Too Faced все время в палеточках. Посмотрите, какая огромная банка. Прямо здоровенная, 7 мл. Такая тяжеленькая, весомая. На крышке милые прянички, такая прелесть. Аппетитненько, так хочется откусить. Вот, видите, да? Я не ожидала, что у них такие будут блески красивые. Это мой первый блеск от Too Faced, поэтому я, наверное, буду на другие тоже внимание обращать, потому что вот красота, да? Давайте посмотрим. Вот он выкручивается, и... Ой, как это пахнет! Это пахнет ириской, девочки. Вот такой вот запах, прям вкусный-вкусный, сладкий. Вообще, девчонки, ням-нямочка. Давайте на цвет посмотрим. Интересно, цвет дает или как? Вы видите, да, какой темный цвет. Вот прям как на баночке. Ой, от руки теперь как пахнет. Ням-ням, вкусняшка. Мне кажется, если вы на Новый год, да, куда-нибудь пойдете и намажетесь вот этой прелестью, от ваших губок будет исходить аромат сладких ирисок. В общем, классный, с удовольствием буду пользоваться. И все в этой коробочке. Как видите, больше ничего нету. Тут упаковочная бумага. И на сегодня это также все. Вам желаю хорошего настроения, с наступающими вас праздниками. А мы увидимся уже в следующем видео. Следите за новинками на канале. До новых встреч и пока-пока.